Радостное событие отметили жители Намского улуса. Еще один детский сад распахнул свои двери в селе Второй Хомустах. Дошкольное учреждение рассчитано на 75 мест. На территории оборудованы игровые площадки. В новом красивом учреждении самые современные условия. Детям будет комфортно и интересно учиться и развиваться. На сегодняшний день сад уже укомплектован мебелью и оборудованием. Кабинеты педагогов оснащены в соответствии с самыми строгими современными требованиями. Сегодня я горжусь открытием нового детского сада. Очень даже волнуюсь и радуюсь, и горжусь этим открытием, которое работают мои коллеги. Сегодня мы приехали с ветеранами, которые вместе работали, и поздравили. Сказали слова благодарности и наши поздравления.